Приветствую, друзья! Следующий вопрос, который вы мне задали, касается зрения. Улучшается ли зрение при переходе на сыроедение? Какие продукты этому способствуют? И есть ли реальные этому примеры? Да, действительно, зрение на сыроедении улучшается, и примеров этому масса. Я прочитал и слышал очень много, их настолько много, что это действительно похоже на правду. То, что касается меня, могу сказать, что я не знаю другого какого-то такого человека, который бы насиловал свое зрение так сильно, как я. С самого детства. Я в детстве очень-очень много читал, притом при всяком неверном свете и так далее, и так далее. Потом, как только начались самые первые компьютеры, я тут же упал на эти компьютеры и впился в них зрением, и круглосуточно проводил также зрение за свое время за компьютером. Также я всю учебу в Томске, когда я учился в ВУЗе, я проводил за компьютером постоянно. И с утра до вечера, и даже ночью. Потом у меня также бизнес был связан с компьютерами. Я также постоянно проводил очень много времени за компьютерами. И сегодня, на сегодняшний день, у меня зрение, я его давно не замерял, но я чувствую, что я вижу все отлично. И оно, если не 100% если не единица, то где-то совсем рядом с этим значением. А скорее всего 100%, потому что я что левый глаз закрою, что правый, вижу совершенно одинаково, очень далеко. Поэтому даже у меня этот пример, я думаю, то есть этот рацион также поспособствовал тому, что мое зрение сохранилось практически в полном объеме. Ну и еще здесь нужно добавить, что я никогда в жизни не носил очков. То есть это очень важно, это известно, что это целый такой очковый заговор. И кто носит очки, они очень сильно ухудшают зрение. Если бы я начал носить очки, когда оно раньше у меня, возможно, как-то бы уменьшилось, я думаю, сейчас бы я его загубил неплохо, и восстановить его можно было бы уже гораздо труднее. Теперь, что касается, как восстановить. Ну, если вы перешли на сыроедение, это значит, вам поможет наш рацион в полной мере. Плюс к этому можно применить методики Жданова и Нарбекова. Если вы наложите на свой рацион, вот на свой сыроедный путь вот эти вот методики, я думаю, эффект будет еще лучше в случае, если вам нужно восстановить свое зрение. Теперь то, что касается того, какие именно продукты лучше всего употреблять. На самом деле, весь сыроедный рацион способствует тому, что ваше зрение восстановилось. Потому что в каждом из того, что вы едите, обязательно есть хотя бы один элемент, который будет способствовать восстановлению зрения. Но какие флагманы можно перечислить при этом? Это, безусловно, морковь, это с его большим количеством бета-каротина, это черника и это шпинат. То есть там есть специальные такие элементы, которые в первую очередь очень мощно поддерживают восстановление зрения. Вот такая у меня есть информация по этому вопросу. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, расскажите об этом видео друзьям и до новых интересных видео. Счастливо!